Управлять муниципальным имуществом Омска будет Денис Денишкин. Его мэр Оксана Фадина назначила своим заместителем и директором департамента имущественных отношений. До этого Денис Денишкин был чиновником областного правительства. Работал в Минстрое, Минздраве, был заместителем министра экономики Омской области. И трудился как индивидуальный предприниматель по продаже овощей и фруктов. Эта деятельность, как сообщило сегодня омское издание «Коммерческие вести», оказалась неудачной. И теперь Денишкин должен сразу по 23 исполнительным производствам судебных приставов на сумму 1,5 миллиона.